Павел Гусев. Паша Гусев. Нет, ну я думаю, что это не главный редактор Московского комсомольца. Павел Гусев. Значит, Нарышкин опять на заседание Совета Безопасности. Шел второй час заседания. Он сказал, что поддерживает присоединение республик к России. Почему? Мог ли он быть не в курсе того, что происходит, или можно ли это счесть протестом? Павел, там, если вы внимательно смотрели, я внимательно смотрел, меня как психолога, психотерапевта интересовало состояние, психическое состояние Путина, и оно проявилось там в очень многие моменты. В разные моменты, а он начал по существу издеваться над Нарышкиным. Говорите прямо, признаете вы или нет. То есть предполагалось, по-видимому, что некоторые члены команды Путина, окружение Путина, они не совсем его поддерживают. Или Путин предполагал, или боялся этого и требовал, значит, лояльности, приказывал продемонстрировать эту лояльность. И Нарышкин сказал, что ну да, вот как скажете, ну вот как Сергей Кириенко в свое время там, хочу вам предложить должность, говорит Путин. Сергею Кириенко. Он говорит, я согласен. Он говорит, ну я же еще не сказал, какую должность. Издевается. Сергей Кириенко говорит, да я все равно согласен. Ну вот они такие, Нарышкин тоже. Он согласен с Путиным. Он не боится, не хочет спорить, боится потерять свой там свои 1,5 миллиарда, которые он накопил на этих галерах. Вот, он согласен. Все, что скажете, я согласен. Я согласен, он по существу сказал, я согласен с присоединением к России, следующий шаг. Путин говорит, ну, мы вроде не ставили этот вопрос, а я все равно согласен. Ну, шутовство. Это все очень несерьезно. Это, что происходило на этом Совете Безопасности. Шутовство.